Ты достигла вершины, Лара. Отсюда только одна дорога вниз. Ты возрождаешь армию Атлантиды. Эта пирамида способна создать не только воинов, которых ты встретила. Имея наследие, я теперь могу творить все, что захочу. И чего же ты хочешь, Натла? Чтобы править, нужны трое. Тихокон и Куалапек были слишком слабы, чтобы расчистить дорогу седьмой эпохи. Но ты сильна и сможешь править на троне рядом со мной. У бессмертия есть цена. Но разве твоя мечта не стоит нескольких жизней? Это безумие. Именно это ты хотела найти. Ответы, которые ты искала всю жизнь, сокрыты в наследии. Все, что ты делала, вело тебя сюда. Ты здесь, потому что это твоя судьба, Лара. Такова твоя сущность. Прости, отец.
Тысячи лет я ждала этого момента. Ты хоть понимаешь, что натворила? Кровь на твоих руках. Думаешь, ты пролила ее во благо людей, а не во имя своих эгоистичных желаний? Загляни внутрь себя, Лара. Твоя душа черна, как и моя. Рано или поздно у тебя закончится патрон. Чего же ты добилась? Просто временные отсрочки приговора для твоей расы. Этот остров лишь одна из частей Атлантиды. Я найду новый. Но ты, Лара, ты потеряла все. Чего же ты добилась? Просто временные отсрочки приговора для твоей расы. Этот остров лишь одна из частей Атлантиды. Я найду новый. Но ты, Лара, ты потеряла все.
Нет, ничуть.